Вот так. Вот так. Сегодня здесь умрет один из нас, не так ли? Либо ты, либо я. В свое время дядя научил меня кое-чему. Он сказал: племянник, всегда есть третий вариант. А твой дядя не рассказывал тебе легенду о Каине и Авеле? Первое преступление. Из-за зависти. У нас тоже так закончится. Братоубийством, да? Ты мне не брат. Почему? Почему? Разве ты не говорил тогда на берегу, что мы семья? Ты не помнишь? Как раз это и стало моим наказанием. Я всегда об этом помнил. Поэтому каждый раз, когда ты мне попадался, я отпускал тебя. Поэтому я тебя не придушил. Все-таки ты понял, брат. В конце концов, ты понял. Что бы ни было, мы всегда оставались с тобой братьями. С самого первого дня ты принял меня. Поэтому... ты умрешь. Брат. Где же вы? Где вы, недоумки? Что ты сделал? Что ты сделал? Ты предоставил мне третий вариант. Брат. На меня покушался мой бывший муж, Чингис Атай. Он пришел к нам домой и хотел меня убить. Сначала он мне угрожал, потом вернулся и, надев перчатки, он взял стамеску Эзеля и хотел убить меня. Это сделал не Зе, а Чингис. Тюрьма. Я рассказал полиции и о том, что ты улетаешь. Тебя ждут в аэропорту. То есть, никто не приедет, Чингис? Мы остались вдвоем. Тебя судят. Ты... Я заберу Джана. Нет. Потом заберу Эйшан. Не отдам. Только через мой труп. А потом продолжу жизнь с того, на чем остановился. Пока есть я. Ничего у тебя не выйдет, пока есть я. А тебя нет, Джинго. Мы тебя даже не вспомним. Ты не Эйшан убил. Ты Чингиза убил. Отныне мы будем не просто жить, а жить так, словно тебя никогда не существовало.
Нет. Нет. Я существую. А что будет со мной? У тебя два варианта. Либо тюрьма, либо смерть. Выбирай сам. Нет! Я сказал нет! 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 Убью! Убью! Клянусь, я разрежу тебе глотку! Давай! Выбирай, Джингис. Тюрьма или смерть? Нет, нет, нет! Али! Предатель Али! Ты же был моим соучастником! Сделай что-нибудь! Подходите, подходите. Оба подходите. Подходите оба. Однажды я убил тебя. Убью еще раз. Уже давно прошли те времена, Джингис. Пришел день, когда я убью тебя. Ты, естественно, не выберешь тюрьму, не бойся. Скажи, что выбрал тюрьму, и я тебя не трону. А ты попробуй. Как ты меня тронешь? Так же, как я, Эйшан? Подонок. Как ты ее тронул? Как ты посмел покушаться на нее? Как ты посмел ударить? Как ты посмел ударить ее? Как ты тронул ее, а? Отребье. Отребье. Подонок. Сволочь. Отребье. Сволочь. Сволочь. Подонок. Подонок. Ты испортил мне жизнь. Тварь. Тварь. Мэр, не подходи. Сволочь. Подонок. Отребье. Как ты посмел? Как ты посмел? Сволочь. Сволочь. Иди сюда. Я не закончил. Открой глаза. Открой глаза, я сказал. Открой. Вот так. Подонок. Открой глаза. Я еще не закончил. Омер, Омер! Омер, оставь его. Оставь. Дай мне закончить. Остановись, Омер. Эйшан жива! Эйшан жива! Эйшан жива! А мой Дефо нет. Да, я его добью. Если ты сейчас его убьешь, для него это будет не наказанием, а подарком. Понимаешь? Пусти. Я прикончу его. А ты иди. Иди, не оборачивайся. Я заставлю его еще больше страдать. А ты иди, Кайшан. Иди. Азель! Омер! Помогите! Братья! Это же я! Это же я, Джингис! Я соскальзываю! Я соскальзываю! Я соскальзываю!
Омер! Омер, это же я! Я! Ты меня бросишь? Ты же не бросишь брата! Омер! Омер, вытащите меня! Вытащите! Вытащите, Омер! Вытащите! Вытаскивайте! Как в старые добрые времена! Омер! Брат, помоги мне, и будем жить как раньше! Ну же, давай! О, Боже! Омер! Наказание наше. Не понимая, все мы, и Эйшан, и Али, и я, готовы были тебя полюбить. При желании ты мог все остановить. При желании этого всего могло и не быть. И Эйшан была бы сейчас... Прочь. Уходи и больше не возвращайся. Но не забывай, подонок! С собой ты уносишь моего... самого лучшего друга. Кто-то, убивая, прольет слезы горькие. Иные же и глазом не моргнут, погубят. Убить может каждый того, кого любит.